Всем привет, вы на канале Антона Эмма, и меня зовут по-прежнему Сергей. Так, этот сегодняшнее видео будет посвящено нашему тренеру. Не знаю, кто у кого есть, кто собирается такое покупать, вальцовый немец. Значит, я покажу, в чем проблема. Сегодня будем его попробуем отремонтировать. А в чем? Как в запланированный ремонт, в чем? Нижний валец мы вот этот уже меняли, у нас подшипник полетел. И сейчас будем другой менять. Не знаю, вот даже вчера у нас дождь был. То есть с мая, сегодня 1 июля. С мая первый дождик прошел. Так что пока сено откладывается. И вот смыло, не знаю. Вот видно, не видно будет. Вот такая вот черная пыль с металлическими отблесками. Вот это вот значит, что ваш подшипник скоро навернется. И вот мы сейчас буду снимать, показывать вам, как будем его менять. Скорее всего, нам придется задние щитки снять. Там все эти щитки. Эти все разобрать. Ну, постараюсь заснять этот процесс. Итак, что мы намотали за этот сезон? 612 рулонов. И будем перебирать уже второй валец. Вот этот подшипник мы меняли. Подшипники не заморачиваюсь, ставлю простые наши. У нас вот 3 года он, наверное, около 4000 намотал. И меняем третий подшипник, наверное. Третий или четвертый валец. Ладно. Как я и говорил в прошлых видео, как мы снимали, вот валец у нас звездочка слезла. Очень хорошо. У нас сзади, вот там видно, не видно вот сейчас. Сзади еще место есть. И то есть, чтобы вытащить вот эту шпонку, мы его сбиваем внутрь. Внутрь сбили, и ее маленько потихоньку, она как бы чуть-чуть, она конусом, и из-за этого как бы выходит. И спокойно сняли звездочку. Сейчас будем здесь, вот почему-то на этих вальцах стоят планки закрыты, здесь нет. То есть, как снимать валец? Смотрим, в какую сторону прорез, вот этот вот сделан, в ту сторону и вытаскивается. А то некоторые здесь у нас товарищи, вверх, вверх, да. Вот ремень. Блин. Вот этот ремень. Вот схема, у кого нету, для тех как бы и покажу. Вот схема как бы, как выставить обмотку сеткой. 14, 19, 17, 22. Вот ремень как натягивается. Вот я выставил самое минимальное, но почему-то мне кажется, что все равно у меня сеткой много оборотов обматывает. И сейчас под тем отверстием попробуем выставить чуть-чуть, чтобы поменьше был. Сейчас звездочку это все сняли. Вот этот щит задний снимем. И вот этот подшип. Я уже говорил, что здесь сразу видно. То есть я хожу, проверяю. Вот здесь чистенько. Здесь как бы в масле смазывали. Здесь чистенько, здесь чистенько. А как только пошла вот эта черная вот пыль в перемешку с металлом, это все, значит, уже готовьтесь, что надо менять подшипник. Так как у нас дождик был, дня два сено откладывается, мы решили по плану поменять этот оба подшипника, и тот, и этот. И сейчас этот процесс посмотрим. Сейчас все-таки покажу этот ролик. Вот. Вот эта собачка, она, вот этот вот резиновый ролик, он как бы регулирует обмотку, количество обмотки сеткой. Он стоит у нас в среднем положении. Если мы его выше поставим, то у нас будет меньше оборотов. Тогда эта собачка быстрее будет соскакивать и меньше как бы будет расход сетки. У нас, наверное, сейчас оборота, я думаю, 4. Вот сейчас мы его еще и переставим.
заодно. Посмотрим, как это будет. Ну, обмотчик я уже снимал про него. Офигенно, мне нравится, как он сеткой обматывает. У нас и сетка есть, и нитка есть. То есть я специально брал такой пресс, чтобы и то было. А то Серега сказал, да нахер мне этот ПРФ с ниткой, мне надо вот сетки, я работаю по-европейски. Все седые работают только с европейскими эти. Так, вот так вот этот подшипник ставится, состоит из двух половинок, вот эти, которые держат подшипник. Сейчас покажу, какой подшипник. 209, да? Что-то там. Нет, а, это да, 209. 206, 107. Вот так он стоит здесь. Вот такой подшипник с шестигранник, втулка как бы. И вот он так закручивается. И вытаскивается сюда. Вот это самая большая проблема, это крутить вот этот щит. Ну, съемник есть. Ящик такой. С какой-то половиной снимается и утягивается. Давай, давай, снимай их. Штаны снимай. И никак. Так, ладно, сейчас. Серег, давай. Коронно. Улыбайся. Песня такая. Серегина любимая, да? Рыжий, блядь. Ты смотри, сейчас он скочит. Так перекрутите заново. Фу, скочит. Одну. Висит одна рука, и то мешается. Делаем, так, этот сняли. Давай, этот сняли подшипник. Тихо. Но этот-то не открутили. Здесь также две половинки есть. Части держит подшипник, только они внутри на пыльнике. Вот на этом. Вон он. Внутри. Сейчас вытащим. Я покажу. Так, все практически. Теперь его надо. Игорь, наружу. Его. В паз ты наружу его сдвинул. Да ничего он не сдвинул, блин. Вот. Все, сдвинул. Вот теперь сдвину. Теперь надо открыть хлопушку и туда, оттуда. Да сейчас. Вот он выехал. Сейчас паз покажу вот так. Блять, есть монтажки-то нормально. Позорится, блядь, на всю страну, но. Нормально. Да. Это, и это нормальная монтажка. Зачем гнешь-то так? Игорь! Вот, интересно, а без этого вальца будет он мотать? Наверное. В КБ, да? А что, Игоря повезем показывать-то, нет? Здесь этот пыльник просто получается на вальце, чтобы его не забивало.
И он как бы держит подшипник, а сам подшипник держится на ту, на этих двух вот половинках. А с той стороны, получается, он и пыльник из двух частей тоже состоит. Поверни ко мне. Так вот, сняли съемник. Лёша секрет рассказал. Денег потом кинут на карточку. Блин. Мне номер сказать? Да, 3x4, цветная. Ложили мы на твою карточку, понял? Да, если бы не я, они бы не смотрели канал. Они смотрят только ради такого дурака, блядь. Как ты. Да. Этот пыльник. Ну и оставляй так. Все, встал. Отлично. Профессионалы. Да, да, он прижмется этот к наружу сюда притянется, и здесь железо толстовато, и здесь ничего ему не будет, он на месте будет стоять, да все. Сейчас с той стороны Серега пыльник поставит. Игорь, ты те три болтика бери, и будем сейчас попадать. Ага, все, нормально. Можешь пихать сюда. На нас, да. Ниже, не высоко пихает, что. Да там болт просто. Все. На месте, отлично. А, болты наружка торчали, да. Во-первых, центрально закрутите. Он тогда будет меньше шевелиться. Все, притягивает. Оставляй пока так. Теперь эту сторону собирать. Что? Это внутренняя обойма, да? Да, без разницы. Нет, на они одинаковые, да? То есть я юбка? Нет, вот все правильно ставим. US-206 здесь стоит, вот такой вот он какой-то, я говорил, этот, литовский, что ли. Был у меня в запасе и он, может, 209-х, теперь просто 3 стало. 209-е идут вот на этой стороне вальцы, вот эти, которые, с этой, вон они, видишь, какое? А на хлопушке идут 206-е. И вот один большой. Видишь? Основные. Что-то так мнешься-то. Так. Этот поставили, тот наживили, тот протянуть надо будет. И шестигранник не забываем. Значит, 206 подшипник. Два. Это был последний у нас из запасов. Шестигранник бери, Игорек. Во-во-во. Там два. Ну и отлично.
Так, здесь протягиваем, дотягиваем, и в принципе ремонт закончен. Ставим звезду. Подожди, я гляну. Ага, еще чуть. Давай еще чуть. Вот я думаю так оставить. Ну, если только чуть-чуть. Все, больше не надо. Шпонку. Готово. Можно чего? Палка? Ну чего? Да. Угу. Чего? Чуть-чуть еще внутрь надо. Да. А если эти шестеренки кривые? Ну, может быть, шестеренки. Все нормально. Видео меняли подшипники на вальце, так что все сделали, доделали, вон собрали, всю защиту поставили. Цепь подтянули. Скорее всего, что ее надо маленько укоротить, потому что натяжник почти на самом краю. Значит, вот он, поставили черный. Этот валец. Ладно, все. Пишите комментарии. Рад буду, если кому-то что-то помогло. То есть информационное наше видео. Плюсы, минусы, лайки, дизлайки, все ставьте, комментируйте, кому-то что-то может показать, рассказать, что знаем, покажем, расскажем. Вот такой, значит, пресс.